Why did you tap light on the front of this fat girl, fat girl? I need you by my side, but you better text her. Don't talk to me, I'm a resentful bitch. Don't flip my tape, you aren't even worth it. You aren't even worth it. Don't look at me, don't look at me. Многие считают, что эскорт – это та же проституция, только за бешеный ценник. Но, покупая девушку для эскорта, вы платите не за секс. Из чего складывается прайс? Внешность. Присунуть можно салонной проститутке за пару тысяч. Вы же хотите поиметь шикарную тёлочку с модельной внешностью. Значит, вам придется платить. За ее спортзал, салоны красоты, косметолога, укладки, маникюр, педикюр, макияж. Никакого стресса. С клиентом ты должна быть милой всегда. А для этого необходимо не только работать, но и отдыхать. И поездка в Геленджик тут не сработает. Отдых эскортницы стоит очень дорого. Эскортница должна постоянно заниматься саморазвитием. Чтобы быть интересной, нужно уметь поддержать беседу на любую тему. И не поверхностно, а с пониманием. Для этого нужно расширить кругозор. Расхожее мнение, что в проститутки идут дуры, которым больше ничего не светит – заблуждение. Кстати, о саморазвитии. Этикет. Клиент может пригласить девушку на ужин, иногда в кругу компаньонов по бизнесу. И здесь нельзя ударить грязь лицом. Знаете, какое вино подают к мясу, а какое к рыбе? Разбираетесь в степени прожарки стейка? Отличите, не залезая в Google, вилку для устриц от вилки для улиток. И, наконец, любая эскортница – это личный бренд. Девушка, работая на этом рынке, выходя в высшую лигу, должна давать клиенту что-то, чего не дадут другие, неважно что. Девушка может вести тревел или бьюти-блог, сниматься для глянцевых журналов, сниматься в кино для взрослых или не для взрослых. Она может быть победительницей конкурса красоты, держать дома элитный бар или джакузи, профессионально владеть всеми возможными видами массажа или уметь зарядить кальян на уровне профессионального кальянщика. Суммируйте, и вы поймете, что платите не за секс, а за обертку. Хотя, конечно, по итогу, любая девушка из эскорта, глядя в зеркало, может честно сказать: «Да, я шлюха, и мне это нравится». Потому что без любви к работе и мужчинам вы никогда не сможете добиться высокого прайса. Привет, сладенький. Привет.